Я абсолютно уверена в том, что эта мадам неспроста занимает этот пост и привлекает к себе максимум внимания, является неким посмешищем на мировой арене. Мне кажется, это просто какой-то отвлекающий абсолютно маневр. Абсолютно. На дурака такая игра, ну, как-то очень это непрофессионально, и я думаю, что все не просто так. Все с каким-то умыслом.